Спасибо. Пойдем. Где вы были? Вот и вернулись. Стой, стой. Почему? Пойдем к нему. Пойдем. Куда? За мной. Что мы тут делаем? Пойдем. Здрасте. Что вам надо? Я скоро стану отцом. Что? Только что узнали. Мы так рады. 3 года уже пытаемся, и Всевышний, наконец, нас благословил. Поздравляю. У жены впервые капризы по беременности. Хочет французский тост с руки мужа. Будто бы росла в отцовском доме на французском тосте, милая моя. Не понимаю, что вам надо? Уважаемая, мы почти коллеги. У меня небольшое кафе. Можно я тост жене приготовлю? Прошу вас. Но я не могу разрешить. Обещаю, мы не помешаем. Поработаем тут. Как вас зовут? Шазие. Родится девочка, назовем Шазие. Клянусь. Хорошо, я схожу за ними, а вы пока делайте, что надо. Спасибо, Шазия, выручили. Ты что, совсем спятил? Давай попозже, я видел там ваниль. Дай-ка ее сюда. Посмотри, есть ли сливки. Мне кажется, или мы собирались с ним говорить? Вкус лучше 1000 слов. Нарежь хлеб. Не толсто, не тонко. Ну, ты знаешь. Эмине, расписание на завтра готово? Да. Хорошо, давай. Давай. Прошу. А это откуда? За наш счет. У вас обычно этого нет. Откуда это? Просто съешьте. Выглядит отлично. Простите, кто это приготовил? Кто это приготовил?